Здравствуйте, дорогие читатели! В общем, всем привет! У меня для вас есть просто потрясающая новость. А знаете какая? А не знаете, а сейчас будете знать. В общем, у меня есть наклейки-ранетки. У меня есть Нюта, Лера со Стасом, Лена и Виктор Михайлович. Еще у меня одна есть Наташа с Юрой, но она идет в комплекте с Аней и Антоном, там групповушка. Вот. У меня много наклеек ранеток, а у вас нету. И я вам хуй их дам, потому что они только для меня. Вот. Но у меня есть еще мои голые фотографии. Ну, у меня их немного, штук 100-150, не больше. И я отдам их только одному человеку. Я отдам их тому, кто ко мне хорошо относится, кто оценивает мои фотографии, вот, пишет мне сообщения, читает мой дневник, пишет мне комментарии, но только хорошие комментарии. Вот. То есть, если вы хотите фотографии голой Нины Дандак, вы должны... Ну, вы поняли, что нужно делать, правильно? Вот, пишите комментарии, пишите, какая я классная, клёвая, там, вообще. Вот, и если вы хотите поучаствовать в конкурсе на мои фотографии, ну, может, самому-самому талантливому вообще, который просто поразит меня своими словами в самое сердце, я подарю всё-таки одну наклейку-ранетку. Вот, если вы хотите поучаствовать в этом просто невероятном конкурсе, то пишите мне в личку. Не, в личку не пишите, в личку я никому не отвечаю. Пишите на стену, обязательно, только на стену. Вот, и я уже подумаю, я там посмотрю. Ну, конкурс будет в несколько туров. Вот, и самому счастливчику, вот, большому попадется самая-самая клевая фотка. В общем, вы все поняли. Спасибо за внимание. Adios!